ЗАО «Калининск» отметила вековой юбилей. В честь праздника заслуженные награды из рук губернатора получили люди, которые внесли свой вклад в развитие предприятия. Мария Шилованова продолжит. Во вторую сотню лет ЗАО «Калининская» шагает уверенно. Сейчас поголовье крупного рогатого скота составляет 2575 голов. В 2019 году предприятие смогло произвести почти 11 тысяч тонн молока, а производство мяса составило 243 тонны. Предприятие занимает первое место в Тверской области по продуктивности животных и второе место по производству молока. И на этом ЗАО «Калининская» не собирается останавливаться. В планах расширение линейки производства. Мы будем производить и другие виды продукции. Поэтому в плане у нас производство, допустим, производство сыра. Мы готовимся к такому виду продукции. Вот. Ну а главное, да, и наращивание объема. Значит, будем ставить на пятилетку, что вот нового комплекса животноводчества на 500 голов. Вот объемы, значит, продуктивность животного. Мы всегда будем идти на производительность труда, качество продукции. Благодаря коллективу сейчас ЗАО «Калининская» развивается и испытывает небывалый подъем. Наше предприятие инновационное. У нас зам генерального директора вместе с руководителем внедряет все совершенные технологии, которые сейчас успешно используются в нашем хозяйстве. Поэтому я считаю, что мы достойно должны встретить этот юбилей. Ну и, конечно, это очень тяжелый труд. Светлана трудится на предприятии 22 года и считает работу своим вторым домом. Большее время мы проводим на работе. Конечно, это, ну, в основном, поэтому это даже уже не то, что второй, это первый дом. Коллектив – это наша семья. Светлана Ковалева была удостоена нагрудного знака губернатора Тверской области за заслуги в развитии Тверской области. Женщине, так же, как и ее коллеге Алексею Павлову, награду вручил лично губернатор Игорь Руденя. Чувствуется праздничное настроение, так как, ну, маленечко есть что-то. Такие волнительные нотки в груди. ЗАО «Калининская» – это передовое производство, поэтому сюда нередко приезжает и сам глава региона. И круглую дату со дня основания Игорь Руденя также не смог пропустить. Он со сцены поздравил работников предприятия и пожелал им дальнейших успехов. Предприятие сегодня является передовым. Показатели, которые вы демонстрируете, являются лучшими в области. И я думаю, неспроста, вот уже несколько лет подряд мы к вам приезжаем на предприятие, когда идет начало уже осенних полевых работ, потому что мы видим, с какой заботой, с какой высокой культурой организованы производственные процессы. И я могу также, как и мои коллеги, наверное, дать оценку вашему труду, сказать, что вы сегодня являетесь лучшими представителями по выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В конце своей речи глава региона отметил, что сегодня коллектив ЗАО «Калининская» является примером того, как нужно эффективно трудиться, сохранять традиции и воспитывать целые поколения настоящих профессионалов.